Режиссером фильма «Звездные войны. Эпизод 9» станет Колин Тревороу, работавший над картиной «Мир юрского периода». Фильм, над которым будет работать Тревороу, должен выйти на экраны в 2019 году, однако подготовительные этапы съемок начнутся уже в этом году. Кроме картины «Мир юрского периода», Тревороу снял лишь комедию «Безопасность не гарантируется». Колина Тревороу выбрали на роль режиссера в связи с тем, что в нем сочетаются необычайный талант, навыки хорошего рассказчика и опытного режиссера. Выход в прокат 7-го эпизода «Звездные войны. Пробуждение силы» запланирован на 18 декабря 2015 года. Его снимает режиссер фильмов «Миссия невыполнима 3», «Стар Трек» и других Джеффри Джейкоб Абрамс. События в новой 7-й серии будут развиваться после 6-го эпизода «Возвращение джедая», вышедшего в 1983 году. За 8-й эпизод фантастической саги ответственен режиссер-постановщик фильма «Петля времени» и нескольких эпизодов сериала «Во все тяжкие» Райан Джонсон. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!